Всем привет, друзья! У нас тут на обед тушенка из говядины была. Пошел выбрасывать банку, и в голову пришла интересная мысль. Идея, конечно, довольно простая, но в практике показала себя довольно хорошо. И, возможно, кому-нибудь пригодится. На самой банке сделал разметку. А то открывашки нету в мастерской, и чтобы открыть тушняк, приходилось проявлять смекалку. Поэтому открыл немного криво. Устанавливаю УШМ в стол и делаю ровный рез по всей окружности банки. Обязательно прохожусь наждачкой, чтобы избавиться от всех заусенцев. Далее нам понадобится магнит. Можно самый простой, достать его можно из старых динамиков. Но если есть неодимовый магнит, то это вообще крутяк. Я пока себе только заказал вот такие. В хозяйстве точно пригодится. Размер с 5-рублевую монету. А если кому-то тоже надо, то ссылку найдете в описании. Для надежного соединения буду использовать секундный клей. В домашних хлопотах этот клей показал себя очень хорошо. Клеит, ну, практически все. Так что наносим его на поверхность и ставим в центр магнит. И ждем пару минут. Далее возьмем изоленту. Да-да, я понимаю, что тут нужна синяя, но синяя осталось совсем мало. И поэтому оставим ее на другой важный процесс. А пока пользуемся белой. Изолента тут выполняет сразу пару функций. Ну, во-первых, страхует магнит, чтобы не оторвался. И защищает от лишних царапин. Ну и вот, наша самоделка за 5 минут на коленках, как говорят, готова к работе. Я, конечно, не механик, но бывают такие ситуации, когда приходится ТОшить свой автомобиль. И когда болты и гайки складываешь куда попало, то обычно потом достаешь их из глубокой бездны. А это, ох, как выбешивает. А с такой прокачанной банкой, тушенкой из говядины, нет никаких проблем. И уже не очкуешь, что заденешь рукой и все просыпешь. Ставь лайк и пиши комментарий, что ты думаешь по этому поводу. Я старался, как всегда, кратко, быстро и по делу. Надеюсь, был полезен. Ах да, и после работы хранить эту банку, ну, вообще легко и просто. Всем желаю хорошего настроения. С вами был Сергей. Всем пока-пока.